Dire team ban. Dire team ban. Radiant team ban. I speak for the trees. Radiant team pick. Ну что, всем привет еще раз. Это Вилат опять. Кёльн. Dota 2 International. И поехали смотреть. Поехали смотреть. Видимо, сегодняшнего дня. Серия Best of 3. За право выйти в топ-3 команд турнира будут бороться MYM и EHOME. Проигравший уходит с турнира с 80 тысячами долларов. Победитель получает как минимум 150. Уж какие цифры, я сам по своим словам не верю, когда озвучиваю эти цифры каждый раз. Третье место – 150 тысяч долларов США. Четвертое место – 80 тысяч долларов США. Про такие цифры мы просто-напросто не слышали до этого дня. И вот сейчас просто-напросто Valve и Nvidia просто представляют такой бешеный турнир для всех. Фантастика. MYM and EHOME, еще раз напомню, Best of 3 серия. Ну, я надеюсь на веселую игру и надеюсь, что мы выиграем. Мы видим, что в бане у нас Баланар Чен, а спектра Антимаг. Мамы пикает под моб без мастера Сент Кинга, опять под Масон Кинг наш будет лейн. Ну и Фурион, Шторм и Дум. Уехал. Просто, блядь, вы...
налетел Тайд, Войд, Свардар и Шейкер. Ну и сейчас осталось по два пика. По два пика у нас осталось. И, собственно... Начнется игра. Первая из серии Best of 3. Ого, Винга четвертым пиком. Ну, в принципе, да, понабирали тут героев таких и хомы, что им нужны какие-то интересы. Редко мы видели бич доктора, кстати, очень жаль, очень обидно это. Хотелось бы этого героя почаще видеть в пиках. Но не берут так часто, как бы нам хотелось. Почему не Operation Last Pick'ом забирает команда EHOME? Ну что же, ждем теперь последнего пика от MYM. Сейчас они все обсуждают, вижу, вокруг MYM собрались. Народу здесь на стенде Dota 2 отвала все равно много. Хоть это уже и малый финал лазеров. Помню еще раз, проигравший 80 тысяч, победитель сыграет со Скайс завтра утром. Леонский, ну не знаю, что тут можно добрать, в принципе можно добирать много чего, хватает станов. Это Тинкер для плеймейта? Ого! Интересно. Тинкер для плеймейта. Ну что, ждем, пока начнется игра. Кто на ком? 37-й Operation, Panda, X, Винга 820, FCP на Туме и PLT у нас играет на Фурионе. Но терпим. Но минут 50 минимум будет игра, это однозначно. Демон, конечно же, на Бисмастере, Майлд на Леоне, Плеймейт на Тинкере, Мания на Сент-Кинге, Мизери на Патме. Это мы уже видели. Сложную пойдет на Бла Сент-Кинг, Патма. В мид пойдет... Тинкер с Майлком, Майлк будет помогать Белли Мини Роминфи, внизу соло будет стоять демон. Видели мы уже, по-моему, точно такую же игру. Если я не ошибаюсь, вообще один в один такая же стратегия была у MYM. Да, точно такая же стратегия была против команды Virus у них. Там была тяжелая игра.
seconds to battle. Что, продолжилась у нас игра. И начинаем смотреть. The battle begins. Продолжилась у нас игра. И... Что, поехали, поехали. Здесь уже миди напрягают немножечко икса. Причем так серьезно напрягают. А, получил несколько раз по голове. А, первый левел, клеймейт тоже первый левел. Банк, кстати, нафига стоит здесь на мол. Где-то не прекрасно этого. Пролетел уже один рокет. Но напрягать будет довольно серьезно здесь, а не панду. Ну не панду, это просто уже шторм 4, видите. Похожий на. Очень похожий на пушера. Ну и здесь у нас Патма Баймизери. Вы видите, что не видно ник. Это мне нужно перезайти в игру. Икс. Второй левел. Майл пошел чекать верхнюю руну. А, не, рановато, что-то он пошел. Это он вообще непонятно куда пошел. А, Супин должна была стоять там наверху. Стоять будет все, в принципе, спокойно против Тума. Против Тума, Винги и выбегающего Рейшна, который сейчас ждет момента, чтобы запулить здесь волков. Ну и внизу у нас соло Бистро и соло Фуриона. В принципе, очень неплохо. Смотрите, гангает здесь Тенкин, Гейк на Баттаба, ворот, и еще один танкот, но ПП! Метеомейкер, 1-0. Invisibility! 1-0, повели мы, и это хорошо, я, конечно, болею за Метеомейкер, явно не за EHOME. Конечно, хотелось бы, чтобы оставили этих терпильщиков и боринг геймщиков на четвертом месте, чтобы не было их в кружах. Сегодня скучные игры показывают ребятам, и тяжело в них болеть, когда они скучно играют. Демон против ПЛТ стоит, в принципе, неплохо. Давайте глянем в статы. Демон 10-5, ПЛТ 5-1. Отлично. 18-7 у Тума, а у Плеймейт 14-8. И всего 1-2 у Мизери. Это просто тяжело, очень Мизери. Вы же понимаете, здесь рядом Бинга, здесь рядом Operation. Сейчас запулить, аж одного двух крипов получилось запулить. Здесь 357-го. Приносит себе еще там гусиков. Ну нормально, нормально, Мизери отстоит. Не привыкать мне. Denied. Икс, третий левел, уже один раз его убили. Ну и тут, видите, Фурион, четвертый левел, уже бегает против четвертого левела Бистмастера. И особо он, вы видите, не быкует далеко, хотя знает, что где-то рядом здесь может быть и Сент-Кинг, и Майлд. Нет, Майлд миди, но только Сент-Кинг, потому что не видно его ни наверху, ни нанизу, не видно вообще нигде. Малк, левел 3, пару лет вниз. Клеймейт уже 14200 клеймейта. Ого-го-го-го. Быстро. Демон 16-10 там. Себя 21-8 на думе, клеймейт 18-9. Хорошо идет у него фарм, вы видите. Идет Голдистайн, заходит из Вингая, Парейджи, не будет и сам. Да, Майлта, Майлта слетает моментально. Майлта скапывает! Ой-ой-ой, уйдет Майлт! Нет! Тинки рубил лейнш Апарейшна. Разменялся клеймейт, забрал Апарейшна. 1400, Майлта на аппарат разменять, в принципе, отличного. Еще и демон немножечко пофармит, потому что Фурион улетел. Знаешь, что левел здесь. И уже будет готов выбегать, прибегать. Regeneration. Thank you.
Выстрелил вот, демона немножечко, он так отошел, отлично, у него там результат просто шикарно прыгнул против Фуриона, Фурион четвертый, видите, но у Фуриона есть урна. Есть урна в то время, как у демона, ну, что 70 голды, тапок, две ветки и одна готелечка, ну, ничего особенного. Мелк. Мелк и плеймейт не идет. Так, Дум пятый, есть кольцо, есть щиток, есть 100 голды. Скоро будет теоретически ванвар. Тут попадает на Хихона. ПЛТ отправляет в ставер. Но опять прибегает Маня. Второй раз выходит Маня из лесов и забирает второй килл. Но мы, счет 3-1. Там в миде еще, вы помните, был разменчик Майлса на Operation, на Playmate. 65 голды и тапок. И банк, тапок-банк. Отлично, плеймейт стоит пока в миде. Демон, 6 левел, тоже просто шикарно. Есть уже аркан дуцы. Как на 6 минуту, это отлично. Ну и вы видите, что по Павлу ровненько. Нет преимущества, даже несмотря на то, что счет уже 3-1. Все решает товара. Дум 6. Какой он большой, это борода. Статуя в ТП на зале, ну в принципе должно быть неплохо. 39. Где мой 32-14? В миде тусуется, поймает самое главное, что кормил. И побыстрее желательно. Демон под своим тауром за счет одного распула, который сделал Маня. И пока все хорошо. Блин. Так, Думчин. Левел 6. Парейшн. Левел 3. Портман, кстати, 5 левел тоже вниз, не стапок, все голды, более-менее. Более-менее идут дела. Ну и Майл 4, Плеймет 6. Ну как мы начали, мы довольно уверенно. Я надеюсь, что они также продолжат. Потому что EHOME и терпы еще те, но вы помните, что М5 начали с EHOME тоже уверенно, но потом что-то игра не заладилась до конца, поэтому нужно, наверное, здесь действовать посерьезнее, в моем мнении. Dire's bottom tower is under attack. Глянем, что наверху собираются сделать EHOME. Они здесь видите, что есть винда, есть Operation вместе с Думом. Ой-ой-ой, тут что, тусуется еще Фурион. Руну забрал ДД Шторм. Будет пытаться забрать, наверное, здесь тауэр. Мизери здесь 6 левел, здесь у него тапок, есть у него Sleepers of Agility. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Fortification дизнули EHOME, чтобы... Не знаю, зачем они это сделали. Playmate! Playmate, миди, убивает шторма. Вы смотрите, тут напали на Playmate, и минус шторм, и тут нужно догнать вингу. Набежит, и достанет ли безмастер? Нет, безмастер достает минус винга. Отлично! Фурион забивает тавр внизу. 5-1 мумы, 5-1. Очень серьезно, я бы сказал. Мелк. Пока тапок, но ему, в принципе, больше ничего не надо. Вместе с Бисмастером, с Фингом и с Тинтером сейчас будет забирать у нас тавер по миду. Boots of Travel почти у плеймейта. 9-я минута у него почти Boots of Travel банка. Фантастика. Ну все, сейчас пойдет он домой. Ай, профит убивает. Кимидри здесь наверху. Загулял там. Кошачок лежит кровью. Обливает. Плеймей! Минус 37 за тавром уже вместе с демоном. Плеймей заморозился, но вытанковывает демон. Отлично. Плеймей 2400 уже. На пол фаурил еще все на фарме. EHOME будет сейчас забирать тавер. Тир 2 таверна. Своей легкой линии. Ну, наверное, вряд ли дадут, да, летит уже Мизери, я так понимаю, или кто это, да, это Мизери.
Level 6, идет активно мешать здесь СТБ. СТБ, кстати, Ванвар, да, Базила и Тап. Более-менее нормально. 10 минута игры. 120-й. Сентри здесь поставили, разбили варпу молотого наверху. На хайграунде. Тиммейт левел 7. И ПЛТ, кажется. Вот это бах. Вот это опять-таки бах. В первой доте такого сделать нельзя было. Потерялись пацаны. Ничего с ними Фурион сделать не может. Зависли они на хайграунде. Так, бисмастер. Ведь EHOME здесь разбили варды. Ставили слой. Нужно Майлку предпринять какие-то действия. Подмалывал 7. Есть ПТ 390, нормально. Дум Ванвар. Давайте по 300 там глянем. 61-11, думаю, серьезно. Есть 1-1, 2-1 по килому профита. 26 на 3, 300, 33 на 6 у Шторма. 5-0 Operation и 8-1 у Винги. Блэймейт 48-21. 49 с нуля, 19 демон. 12-5 маня, мизери 29, 8 и 9-7. Майя. 30-ты. Ну и по деньгам мы уже подключили. Почти 2000. Так, что-то задумали здесь Мики Майкерс. Наверное, убить Дума. Нужно как-то очень быстро. А, есть ультима Гвича. Да, можно сбрить. Можно сбрить, главное, чтобы Ару попал. Или чтобы Дум подошел. Вот демон. Шульта. Ультим копает и ультима Гвича, да. Сбривает Тинкер, забрал кисти, прям здесь Маня, нужно жить. Маня прячется в песочек, здесь панда. Минус Маня, на стрима убьют ТВ. Кабан убьет. Плеймейт Рокет, добыл килл. И Винго зацепили, нет? Нет, не хотят. Не хотят. Что, Плеймейт? Boots of Travel, 1000 голды. Давай, соло римки, поехали. Magic Wand грейднул. Регенит Ману. 8-3, но мы, кстати, 8-3. Очень-очень так не хреново, я бы сказал, я думал, идут дела. Просто отлично. Плеймейт 8 левел. Патма тоже 8 левел. Малк 6. Но мы начали отлично. 13 минут игры, они ведут 8-3. По деньгам у них есть уже неплохое преимущество в виде 1500 зелени. Они убили один тавер уже. Так что все нормально. Ну и Playmate. Playmate, конечно, нахармил уже очень неплохо. Видимо, тут наверху. Купил Soul Ring. Классная штука. Rearm. Сейчас еще раз Rocket. Лазер, точнее. Вот сейчас начнутся качаться у нас Match of Magins, гоблины. И будет все просто шикарно. Даггер у Бисмастера. Ты не видел? Красавцы вообще, да? Что-то полезное в продаже сделает. Тинкер наверху по таурам с демоном, блинка убивает, награда для демона здесь, ульта Парейшна прилетел, и два граната, демон пытается уйти, закрывает его здесь Бисмастер, но убьет у демона. Дум еще на нем, чтобы не дай бог не ублинкался, хотя... Это же не Дум, так замыкался-то, ай, что делать? Фурион прорубит. Демон сам все рубает, и что? Вот мы так и говорили с Венетом сегодня, что демон тут просто все игры, тут тусуется лол, они на него забили, они решили, что он ТПАУ сделал. Лол, демон! Тинкер, блин, какой ТПшка сюда. Отдает ТП демону, браво! Вот это круто! Это было очень круто!
Роу, а Робин Гуд начинает убивать один плюс, Дистинкинг подходит. Нет, без подкопа просто забирает. Тут же плеймейт моментально наверху за Тауэром. И Doom оказывается в западне. У Дума нету Тинкера, чтобы сюда прийти. Пятером умею тут обрезали. Вот, залетает птица. А, Doom Tap Out сделал, да. Мумы 10-3. Что их хомчики? Не ожидали? Ну что ж, Тауэр сейчас второй пойдет, летит, правда, до ульта парада. Хороший, но качественный, скажем так. Оо, Маня умрет! Radiant's middle tower is under attack. Не, не умер. В песке сидел, не было в песка, умер. Playmate, Playmate умотал отсюда. Playmate мы видим, 818 голды уже после Soul Ring'а. Все у него хорошо. Маня тоже на базе, Маня на базе, Маня 7 левел, есть тапок. Маня 6 голды, тапок, 2 ветки, 2 брасера. Playmate мы уже говорили, Soul Ring, банка, Book of Travel, Magic Wand. Портма у нас, ПТ, банка, 1500 голды и 1 Sleepers of Agility, и демон, блин, блин, каркан бут и одна перчатка на сил. Поехал, давайте, у панды есть ПТ, есть 0 талисман, есть Magic Wand, у Operation 4 ветки тапок. Дум, Дум хорошо, Дум хорошо, Magic Wand 1800, Фейзи, Базила и Вангард, отлично, ПТ, но нет киллов, 0-1 у него. 3 килла на команду EHOME. Хорошая картинка тоже, да. Восемьсот двадцатый, табак креветки. Мне повезло, Линге, Тинкер, Викет Сик, Тинкер, Викет Сик, 7-0, плеймейт уже. Полетели ракеты сюда в Икса, Тинкер 7-0, и есть уже у него, мы видим, Огракс. Тут тем временем Мумы, Мумы Ара попадает в оборону, Тинкер, Монстер Кил, Трипл Кил! Вот это плеймейт дает! Житухи. Знаете, что-то летает, то что тут Никс. Врывается на потмо, потмо убивает, снайпер, я нарезаю там мне паны. Что-то мне кажется, что при всех раскладах очень возможно, что Мумы сыграет Нави. Это раскат. Гонится Тинкер сюда за вингой, дает Рокет Рай. Маловато, маловато дэмэджа. Надо улетать отсюда сейчас плеймейтер, гейнить Мануэ брата. Делать, конечно же, БКБ. Radiant's top tower is under attack. Тут СКБ. Вместе с Априоном несут Тауэр. Черт, 13-4. Тут 3000 уже есть ТП. Кто это? Отменили. Отменили ему мой ТП, решили не брать уже этот Тауэр вообще никак, и возле него никак. Ну а первый Тауэр убили EHOME, и Нави убили уже 2. И в принципе готовы сейчас переходить там каких-то там товарам подальше, то есть Tier 2. Очень хорошо выправленный у нас Тинкерок, который может убивать просто на ура. Майлд, 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 7 левел. Есть у него с собой смок. Смок. Портма на топе. 11 левел не зрит, 200. Смотрит на Санкинга, что там у Мани. 1202 брасера, до даггера фигня. Тинкер очень всю карту фармит, 980 уже. Будто правил убирать Soul Ring, банка. Ну и Beastmaster. Beastmaster. Купил поинт быстрый Beastmaster. Нормально. А, не, Виталий, дали тебе. Перепутал цифры. Ну, Doom скоро будет, вот буквально через 100 голды вы видите, что Doom будет у нас с Сакредом. На 20-й минуте Зурдян будет на 22-23, и это очень-очень, кстати, даже неплохо, как бы.
Да, вот есть Sacred. Sacred, Фейзы, Вангард, Базилы. Я думал, у которого 0-1 стак. Очень даже не хватает. 18 на 19 на 30. У Мов самый большой 76-20 Мизери. 71-29 Демонс. 66-25 Плеймейт. Плеймейт 9-0. Плеймейт фармит игроков команды EHOME. Нужен ему, конечно же, БКБ. Так идет уже на его атака. Бинга и Дум. Плеймейт предусмотрительно уходит. Будет делать рычар чешу за вторые гоблины. И просто рокет полетел в Дума. Дум, Дум хорош. Дум очень хорош. Плеймейт, рычардж. Домой или нет? Или останется здесь? Нет, останется здесь. Маны еще много. 440 маны очень много. Ну а тут фармит. Фармит отлично. У нас Мизери, есть у него ультимейт Торб, есть у него ПТ, есть у него банка. Неплохо идет фарм. Еще 10% делики врывается здесь. На СТБ раскат, ему тоже сам подкоп, плеймейт. Уже ракета от него, ракета СТБ. СТБ, ай, банда врывается, дерьмо, кожили демона, убили плеймейта. Минус дедлайк, трипл килл профит, и просто сразу полторы куска. Одна ошибка, да, может стоить действительно игры, 13-7. Ошиблись здесь ребята, зря они кинулись на Дума, он очень-очень плотный, не хватало стол дэмэджа, зря так сильно они полетели туда. Втроем они знали, что будут бейтить Дума в любом случае, что он не может гулять один. И в итоге отдаются втроем ребята из Meteomakers. Теряет Godlike у нас Playmate. Минус Power теряет. Минус 3, минус Godlike и минус Power. Ну и здесь, знаете, сейчас прыжок будет по капусте, такой неплохой. Вы смотрите, просто провал. Было плюс 500, стало минус 1500 просто у меня. Кстати, при том всем, что они ведут, то у них всего плюс 500 было. Игра идет ровная. Фармят мы очень хорошо. Я бы сказал, даже фармят и EHOME очень-очень хорошо просто. Невероятно хорошо. Радианс у Дума. Радианс у Дума, которого так и не убили. 20-30 минут. Даггер у Сунтинга, хорошо. Малк у нас папками с брасером. Патма, 1700. Монтастайл, в принципе, скоро будет. Сунтинг мы видели, даггер на брасера и тапок. Но без мастер, виталити бустер, блин. Тут нужно БКБ. Тут нужно БКБ. Очень сильно нужно БКБ. Ну, в винге, видите, тапок ничего нету. Здесь мека, палка-толкалка. У Куриона есть бас. И Сурна, ПТ, ничего нету, кроме тапки, также у Operation 1000 голды, сейчас купит, да, видите, купляет, покупает стапу Wizard Right. Ну и Doom, Фейзы, Вангард, Радианс и Базила. Последний герой это у нас Панда, у которой БКБ без 1000, Power 3, Magic Wand, Scroll и Null Talisman. Счет общий 13-7, и ничего абсолютно еще в этом матче не ясно. Абсолютно ничего. 3-5-7, 8 левел Operation. PLT, 11 левел. Playmate, 12. 194 голды у Playmate. Я так понимаю, в Курье вряд ли что-то есть. А не есть Metal Hammer Playmate-овский. Поэтому ему до БКБ осталось всего 600 голды. С гоблинами было бы быстрее, но он, во-первых, пучковый, то есть крипов. Пока никто не мешает, почему бы и нет. Правильно, правильно. Playmate, 13 левел. И в миде, демоны мания, ждут кого-то, миди демоны мания. 12 левел, шторпанда, тут мы видим, что... БКБ, вот, буквально через 500 голды еще чуть-чуть осталось. ТП. Продолжает пармить, уже 1000. Уже 1000 у него.
меня только забавы бухать начали, бессовестные. Все бессовестные, вокруг чертов меня бухают. Куда не совесть, а я никак не мал. Трагедия, трагедия. Рвал Матова 13. Здесь видим ПЛТ, бегает ПЛТ, кстати. Ну вот начинает EHOME играть в свою игру, то есть... Ребят, мы пакуемся, мы бегаем по карте, мы забираем весь фарм. Вы к нам пойдете, вы умрете, и мы вас просто-напросто победим без каких-либо проблем. Хотя мы начали просто великолепно, 9-0 было у Тинкера. 9-1 сейчас, там 2-1 у Демона, 0-1 у Мани, 1 балл Мизери, 1 балл Майлка. Надо собираться на уман, продолжать давиться. Уже намного тяжелее это сделать. ФТБ 2100, ой-ой-ой-ой-ой. Продолжает тут фармить, и мы знаем этот эпимбилд, мы знаем, что дальше будет Тараска. Шторм у нас с Black King Баром или БКБ. А тут миди, плеймейт, тоже есть уже капуня на БКБ, надо бы купить. Надо бы купить БКБ и носить с собой, так сказать. Что не юзает March of Mansions, я не знаю, вообще не понимаю. После этого идти в текст. Ванвард без мастера. Поздновато, 27 минута у демона Ванвард появляется. Лазер такой вылетел с леса. Ну вот рецепт на БКБ. Есть БКБ уже у... плеймейт, и полетел он дальше, брат. Radiant's middle tower is under attack. Толпа по лесам. Ой-ой-ой, может быть опасность здесь для Мизери. Мизери засел, нет, хорошо он засел, принц. Слаб нужен. Так, взрывается панда, притягивает этот живет аппарат, Мизери, прыгай! Шапок, крутун, демон, встает, демона, там свапает, демон топоры не туда. Убирает демон. И так разбирает EHOME и с ракеты, правда, от плеймейта, но EHOME могут сойти и дальше. Хотя нет, это EHOME, не вернуться, развернуться сейчас и иду. Ну конечно, это же EHOME. Это же EHOME. Они никогда в жизни не пойдут там на бум, они там тут четко. Чтобы, чтобы было там понятно, что выиграют на ура. Так там зарядов хватает, да, 4 заряда на уровне имеется у Фриона. 15 левел, скоро будет 16 у Дума. Ван Тауэр, тут еще юзает фортификейшн, конечно, мумы, но... Еще плюс 500 копилочку к Думу. 3500. И 500, Тараска уже очень близко. Тараска уже очень-очень-очень близко. Вместе, пошли фармить лес, там же, блин, EHOME. Да, сильнее они все-таки мумов, кажется, и сильнее М5. Хотелось бы только, чтобы мумы прошли дальше. Но если даже пройдет EHOME, тогда нас ждет эпичный гранд-финал на Ави EHOME. Думчин продолжает здесь фармить. Так, здесь поймали у нас ТЛТС, уничтожили его мумы. Били доминейтинг, отлично. 14-9, взяли наконец-то аплодисменты. Болеют, понятно, в Германии за MYM Makers, не за китайцев. БКБ имеется у... Тинкера. Парейш несет себе вон палкалку, да, палка есть у Апарейшна. Также есть стик, также есть простой тапок, ну точнее не стик, а уже бонд. Смотрим так, портмат. Монтастайл, ПТ, 1800. Мизери, красавчик. 14-9 счет. 14-9 в пользу команды EHOME пока. Регент нашел Мизери. Что там у Майл? Какой левел? Левел 9. И мы видим, что
скилл себе был бы Giant Strange, чтобы было. Чтобы было. Чего бы и нет. Деньгам, я думаю, EHOME уже, да, за 5000, даже больше. Их преимущество, видите, все, что делают, это EHOME. Но тут нету, правда, еще килла Фуриона. EHOME пойдут понизу, что ли, потому что все они здесь собрались. Для чего-то же они здесь собрались. Ну, мой прогноз, 50 минут игра сбудется. Нет, ну что, уже 31-я пошла. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Ну мы видите, Т2 Тавр сейчас будет забирать нас внизу, не мы, а EHOME, Момо будет забирать Т2 Тавр внизу. В принципе, проблем тут снизу, думаю, не будет, ведь Фурион, также сюда надо видеть, все снизу там сковались, кроме Мизери, который сплитушит топ и делает правильно все. Ой, еще инвиз. Демон врывается сюда на Тума. Вольт Апарейшн, Сумкин зашел, ничего не смог сделать. Ай, минус Сумкин, забирает его Шторм Шпирит. Тут иллюзии по тьмы, их убивает, минус Тавр, и пойдут дальше. Нет, это же EHOME. Это же EHOME, они пойдут назад, это же не Нави. Вот поэтому Нави этих пацанов просто-напросто перевернет. Какие они нудные, мама дорогая. Что у Дума? 1700. Наверное, есть что-то в Куре, я так понимаю. Чего нет в Куре, а что он покупал? А, БКБ, я думал, БКБ, я думал. Он купил БКБ, я думал, он будет купить сразу Тараску, он купил БКБ. Ну что, тоже неплохо. Тоже неплохо. Рошан забирает, конечно же, Тум. Или нет? Панда. Две ТП-шки, Радиант, Вангард, Плейтмейл. Тоже, кстати, не заметил Плейтмейл. Здесь в пользу Мум пока счет, но вы понимаете, что тут уже беда, потому что Дум промит бешено. Потма у нас, ну, ПТ Монтастайл 300, ну, Мизери окна, остальные. Панда тоже там уже оверфарм, Фурион мы видим. Мека, палка, ПТ, урна, Мистик Стаф. Что у Тинкера? У Тинкера, ну, БКБ 1800. Так, Апарейшн, палка-палкалка, брасер, здесь Витга уже, два брасера, Виталити Бустер, Мэджик Вон, Тапок, нифига себе, Винги, вот Панда, ну не Панда, просто Шторм 2300, Аэгис, БКБ, Войдстоун, Мэджик Вон, ну, Хек скоро, короче, ну а Дум вообще больно смотреть. Тут Вангвард, Радик, БКБ, Фейзы, Плейтмейл, тут скоро будет Шива, я так понимаю, с Плейтмейла. Скорее всего. Я думаю, что у Мумов здесь шансов практически нет. По деньгам, видите, что уже до 7500 залазит преимущество EHOME. Нереально много. Вот они собрались. Если пойдут, заберут шуки. А нет, они еще в смоке, под бордом прям зашли в смок. Поэтому Мумы знают, вот демон убегает. У них есть просто неубиенный Дум, у них есть Панда, у которой Эгис. У них есть все, они просто могут сейчас пойти и снести все через атаку. Профит с Хиксом.
То есть это борода, но они не пойдут. Они не пойдут, потому что это EHOME. Они будут ходить, терпеть. Вот куда? Куда они идут? Чего они взяли, что тут кто-то есть? Привет. ЛТ 15 левел. МЧБ 18. И 2700 у него, 2700. Кура летит. Кура, кстати, с рецептом на шиву уже. Так, куда? Сюда отправить. Крунель сюда отправить. Вот она, кура. Возвращается, будет сейчас шива у дома. Считай, четвертый слот. Точнее, пятый. По старинке все делает. Сейчас автоматически складывается, но он по старинке все делает. Ну и ЦП. Пошел в инвизер, Курион, кого-то искать. Хекс, палка-палкалка, мека, ПТ и урна. Ой, нашел Сунтюга. Соло можно, не, это тавром не убьешь. Соло не убьешь. Наверху вы видите Патма у нас и Дема. Патма с Иглсонга. Демон у нас. Ванвар Дайер 2 100, Виталити Бустер. Будет размениваться по 2 таварами, но тут его легко быстрее, смысла там много. Патма тоже сделано. И дальше нужно идти, обретать Ихома. Нужно идти дальше. И Ихома тоже пойдут, наверное. Да, тоже идут. Ну и дальше идет демо. Тут вряд ли вы ответите, вы должны это знать. Да, летит ТП, прилетели оба сюда. Заходит Тул на КГ. Бежается Мека. Тауэр падает, ой, ворвался Торн, убил Майта, здесь Флеймейта. Ультимейт, здесь Майта пытается уйти. Флеймейт живой, Майлз выживает, смотрите, там умер пока Барэйшен, Ик. Два живой, Манюс брили. Ик возвращается, он с Эггисом. Теряет Аэгис, выступается Бисмастер. 2 в 1 по размен. Патма здесь, Ару, мимо. Ой, ловят Мизери, умирает Мизери, демон. Да, тут Рокет убили, кстати, Икс прыгает в пике. Флеймейт, Рокет, лазер, смотрите, Икс уходит, Бисмастер топоры. И Патма побежал за Эксон, тут Бингу можно убивать, прилетел Фурион. Как он угадывает, кого фиксонует? Ну как? Не смидри, кто-то зато умрет. Зажимает плеймейта. Нет байбека. Есть байбек у плеймейта. Да, жив, мертвый один из Майлз выбегает, подкапывает тыла, подкапывает сюда, Борисовна летит, он съест СТБ, Майлз это крылья. Девочка выйдет, бьют СТБ. Воу! Играет СТБ, Апарэйшн сделал дабл-кил, бьют здесь Фуриона, замыкался Маня, копает Фуриона, и Тинкер, рассказ, кик, Маню, Фуриона, да пичка, да ну, и дабл-кил, плеймейт. Ух ты ж, мумы, какие! Отбились мумы, ого-го! Что происходило вообще, ой-ой-ой! 19-17, тут нереальное количество килов, байбеков и так далее было. Тут опять-таки байбек. Артушек линию здесь. 40-я минута, счет 19-17 по зумом. Преимущество по-прежнему из разряда уже почти 10 тысяч у EHOME. Ну тут за счет Тума, конечно. Ну и панды, панда тоже неплохая. Панда еще, кстати, справа Эггис. Справа Эггис, но не умерла. Света. 2000, хекс нужен. Будет 2 хикса у EHOME. Будет чуть-чуть получше им. Сказал, покомфортнее. Ну, 40 минут ровно есть хекс теперь у Тинкера. У Леона хекс свой. Патма у нас
умирала и выкупалась, поэтому тяжело тут будет. Тут дагер по-прежнему, бисмастер, видим, ничего нового, никого тоже выкупался. Плеймейт купил хекс. Есть хекс, БКБ, Soul Ring, Boots of Travel, Панка и Magic Wand. Плеймейт внизу, Армил улетел. Скоро полетит наверх. Иллюзион. Здесь вы видите, уже есть подпан с двумя иллюзиями. EHOME опять собрались нападать или что? Так, 37-й и Икс здесь рядом тусуется. Ну и СТБ тоже рядом. 21-й левел. 1300. ЛП, 6 заряд на уровне. Куда летит Кура? Бешеная. Зачем? Интересно мне, это мистик став. Это мистик став для шторма. У которого появляется хекс. И итого у нас имеется два хекса у команды EHOME. Боже, что это было? Это фантастический прыжок хекса через... Через пол карты! Фантастика! Вот это Майк явно не ожидал! Ого! Ну, с фиксом он, конечно, на регене по фасту эту ману, видите, 71 маны в секунду, надо под фонтаном. Но все равно отличнейший килл! Майк даже не понял, что произошло. Смотрю я на лица Момо, пушер уже немножечко, вы знаете, такой... Типа, ай, все, походу... Походу приплыли, пацаны. Но Мизери, Мизери не ленится. Мизери спит пуш. Фантастайл нужен батерфляй. Будет скоро батерфляй. Ну что, пойдут или нет? Пойдут по миду или нет? Товарищи EHOME. Гигабайт. Я думаю, стоило бы пойти. Да, идут. Тум. Впереди пионер вожатый. Мы за ним вся остальная бригада. Рион пока не здесь, он внизу еще подслушивает. Демон блинкаут оттуда, ТП домой. Умы уже близко. Тауэр здесь 600 хп, ага. А тут тот-то на базе. Тут топорично срать. Не надо. Мизери, дурачок, прыгает и ломает ассистик, получает текст, прыгает дальше. И там папа смает минус. Ассистик здесь, темп, новый гол. Дума приняли. Дальше выкупается Дума. Он приняли также ресурсов Лопатова. Дабл-килл, Operation. Если Operation, стревает. А мы, если сейчас будут, сейчас правильно все сделают, можно. Демон, давай, нужно ловить. Фикса, есть хек. Есть хекс, пропета, не отпускай пропета вообще! Толкает его еще один хекс! Здесь, ой-ой-ой-ой-ой, что творится вообще? Дом возвращается! Дом возвращается, Патмау прыгнет или нет? Давай, хорош! Я не понимаю, что надо делать. Они кажутся красного героя. Что, мы подрались хорошо. Панда! Ой-ой-ой, ну ты загулял, Мизери, да что ж ты такой? Рыжий придурок, та ёпер СТ. Ушел, что ж ты бегаешь рядом, там же панда. Ну а EHOME не снесли. EHOME не снесли, 22-20 по-прежнему еще в пользу Момо. И график все медленнее, но катится вниз. Дум 1100 после байбека, всего 1100. ТБ, 22-й левел. ЛС 20. С хупом уже, с хиксом. С
с мекой и с палкой-толкалкой, косарь 500 зелени в заначечке товарища Фуриона. 45-я минута игры, уже точнее 46-я. Панда убегает отсюда. Но что нужно сделать мумам? Это как-то случайно убить их. Троих, вот миди сейчас, троих, вот напасть и убить. Дума напасть убить, например. И все, уже все проще. Там БКБ Шива, Радиант, Вангард, ничего нового не появилось. Пыжи. Ничего нового у Дума из-за байбека. И Мизри пошел крысятничать. Тинкер тоже здесь, да, это не Мизри, это Демо. Тинкер здесь. Пишет Лейн. Мизри был в таверне довольно долго. Плеймейт, Демон здесь. И Ехом дальше. Ехом дальше будут заходить. Странно видеть это от Ехома. Они решили сейчас или никогда. Арроу мимо. Тауэр противокейшна нет, тауэр падает. Заходит здесь, ДМА получает тум. ДМА получает тум, но еще с руки нарезает. Пинга минус Дема, минус Пинга. Делает пинки, взрывается здесь Шива от тума. На этот раз Маня, 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 живи! Пистоль горел. Горел от Скорсерфа, здесь Панда. Марки, два живой. Два в один пока, тум много дэмэджа вписывает. И здесь минус Бараки, наверное, ММО, плеймейт. Плеймейт и тайм! Тут же выкупается. Еще 23-23 нет Барака. Плеймейт пытается кого-то зафиксить. Ну, крипов они побивали, но мид потеряли ММО. Да, 48 минута, нету мида, и вы знаете, это уже беда. Это уже беда. Это уже один шаг, грубо говоря, до победы ребятам из EHOME. А по Капуне тут мы видим, что 3700 опять у FCB, 2300 панда, 1657, 1700 и профита, но мы видим 8343, 35716. Счет ранее, 23-23, казалось бы. Но герои посолиднее у EHOME, скажем так. Есть ривер, будет скоро Тараска у Дума. Плеймейт продолжает откушивать линии гоблинами. Потрепляю по тмы, хорошо. Хорошо, Мизери, где ты есть? Где ты есть, товарищ Мизери? Ты есть у меня номер два, да? Да, вот где ты есть, потрепляй. Монтастайл, ПТ без байбека. Ну, в принципе, да, все правильно. Хранить сейчас несколько тысяч на байбек, в принципе, нету смысла. И хомы будут жарить дальше, что ли. 10-я минута, и хомы дальше пойдут. И пойдут же. И пойдут же. Да-да-да-да-да. Невероятно, но они идут пушить. Я от Ехомов этого не ожидал. Я думал, они здесь будут до 70-го. Стоит ждать, пока на придут. Но мы сами от них убьются. Есть тут Фурион, Фуриона есть Пайп, но сейчас уже ульты Синкинга, в принципе, не так, в общей сложности до жопы, как бы. Ехоу. Парэш ставит Вар, здесь Синты и Вар сейчас убьет Демон. Или Тинкер, надо же бить Вар. Плеймейт, смотри, плеймейт, это базовая цепа, вот это просто влетает, ах, Сентин, Сультон, Кашон, едва живой Тэм, но убивает Айлиона, падает, цепляет плеймейт, плеймейт, и... Минус вторая сторона, вот. Вторая сторона, умом не вижу, все, ребята, уже берет, с авиаторией уже общается. Маня убил еще шторма, но... Ой, поймали, Мизери убили, Маня уходит такие. Ломаются еще одни бараки, остается ниже. Ну еще фортификейшн зачем-то, он спросит, тут не протянул. Парейшн выгодился у себя. То есть они сейчас уйду, я их вообще возненавижу. Шива. Мистер Шмидт, привет.
Ой-ой, решили тут что ли еще маню побить? Маня же ремайлки идут сносить последнюю сторону. Радианс Боттом Тауэр КП с Кингом. 3900 и тума денег, в принципе, тоже КП с Кингом. Радианс Боттом Тауэр, Радианс Боттом Бэкс ар андер атак. Мега крипы. Мид выливает из ГГ. Тоже ГГ 1-0 медиамейкерс проигрывает у ИХ. У Яхом, говорю, у ИХ 1-0. Но им надо все две игры выиграть, чтобы выйти в топ-3. Яхомов одна игра, и у них 150 тысяч долларов в кармане. Это глюк, надо перезапустить игру сейчас. Игру надо перезапустить сейчас. Ну что, встретимся через 15 минут.